Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и вы мне пишете, мол, сыграй за Альфис в гридмоде. Это имба. В принципе, я понимаю, почему это может быть имбой. К тому же Альфис у нас скромный, нигде не участвует, судя по листочку с достижениями, поэтому будем исправляться. Итак, у нас есть метатон, и если мы активируем предмет активный, мы... Ух ты, что это такое? Больше жизни стало, смотрите. Синих, да? Синих сердец стало больше. Мы сможем... Ух ты! В принципе, умножить наш урон на 2. Неплохое начало, смотрите-ка. Да, кстати, неплохо было бы одну вещь. Вот такую. Подключить. Вот она. маленечко забыл. Мы находимся в одной комнате. И мы можем вот так. Вот так вот делать. То есть мы, поэтому я и решил умножить наш урон на 2. Так. И вот мне интересно, что будет в конце. В конце, мне кажется, будет, ну, настолько крутая вещь, если нам повезет на артефакты. Но вот еще в чем прикол. А если мы можем бесконечно много их делать? Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну-ка, 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 тихо. Что-то их прям много. Но самое, что интересное, очень удобно из метатонов стрелять, потому что мы в одном месте находимся, а метатон в другом. Ой, как я не люблю этих мух, вы бы знали. Так, еще. О, камикадзе! Но тут уже никак я не увернулся бы, мне кажется. Да, да, смотрите. Оно реально работает именно так, как я подумал. То есть... О, боже мой, ребята, что вы творите? Серьезно? Серьезно? Кто бы мог вообще подумать? Мы можем умножать наш урон... фиг знает на сколько. На 4, на 3, на 5. Боже мой, ребят. Не, ну... Все-таки у подписчиков очень часто возникают шикарные идеи. Тихо. А он, кстати, такой, да, смотрите. Ну, толстоват. Где он? Оу-оу-оу-оу. Монстру. Монстр сейчас так отхватит. Монстр сейчас просто обалдеет. А, он этот, не прыгает. Он у нас толстый, он у нас неспортивный такой, знаете. Брюхастый. Монстра. Жесть. Жесть. Ну давай, что? Попробуй. Попробуй меня достать. Ну, кстати, они мощные, смотрите, да? А, и ни один из них не прыгает. Господи, это что? Это орда метатонов. Боже мой. Как вообще оно так... Как вообще можно было так придумать? Ну, правда, не все слезы попадают, но все равно... Все равно жестко. Ух, да. Жестко. Жестко. Что это? Хагалас Дистракшн и Твижн. Жалко, я думал, мне дадут что-то... Вижен. Погодите, Хагалас, он же может разрушать? А что тут я могу разрушить? Тут и нет, по-моему, камней-то хороших. Сердца мы, конечно, будем копить. И неплохо было бы, да. А, какая-нибудь Митра. Митра, мученика.
Конфетка. Конфетка — это хорошо. С одной стороны, с другой стороны, сердца лучше. Так, мы должны накопить сердца. Сундучок. Кстати, я не знаю, что он дает. Сердца нам нужны, знаете, для чего? Для того, чтобы с дьяволом торговаться было удобнее. Это мы разрушим на всякий случай. Если нам вдруг выпадет какой-то супер-пупер артефакт, это будет... Ой, вижен-то, смотрите-ка. А тут, оказывается, секретки есть, а я не знал. У меня нет бомбы. У меня бомбы нет. А бомбы я купить не могу, потому что у меня нет денег. Ну, даже не знаю. Давайте зайдем. А, вот и бомбы, в общем-то. Так, окей. Забавно. Опа. Вознаграждение, ребят, за риск от фриска. Так, вот это красота, конечно. Смотрим, что у нас тут. Что это? Это Барри. Это жесть какая-то вообще. Это же я недавно открывал. Damage up, range up. Спасибочки. Ой, сейчас будет. Сейчас будет что-то прям сверхъестественное, я чувствую. Магазинчик. К урону. Гамбургер жизни увеличивает. Ключ нужно будет купить. Неплохие штуки. Неплохие штуки. И, кстати... А, мне же торговаться с дьяволом, да? Ну ладно. Давайте пока подеремся. Оп. А, ну сразу, что ли, вот так? Ничего себе. Удобно. Уй. Ой, ты что? Оно меня одурило. Одурачило. Одурило. Так, давай. Сим-сим, откройся. Вау. Ходячие унитазики. Я их так называл с самого начала, когда еще только начинал в Айзека играть. Неплохо, неплохо. Очень неплохо. Воу-воу-воу-воу. Прыгуны. Кровавые прыгуны. О! Хорошо, что... Слушайте, а против пауков такой залп очень работает, кстати, неплохо. Да, я забываю, у меня же перезаряжается. Мне просто непривычно, реально, ну. Пам-пам-пабам. Слушайте, такое уже было, мне кажется. Давай, давай. Ой, парень, остался ты без братишки своего. Но по нему не попасть нормально из-за того, что он такой... Ну, хотя не, смотри. Ой, тут... Это усиленная... Это кто это? Черная вдова какая-то. Или красная вдова. Так, ну-ка, сейчас мы тебя тройным уроном. Давай. Ух, давай. Орда метатонов. Вот это я понимаю. Хорошее название для видео. Ой. Ну, ребят. В смысле, а почему? А, это, я думал, это пикап был. Бомба выпала. Эта музыка уже в мою честь, по-моему, играет. Это... Ой, тихо. Флауи, ну вот сейчас мы с тобой поторгуемся. Ой, 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 какой злой, злой, смотрите на него. Какой ты злой-то у нас. Но не очень предметы. То есть,
Зачем мне 9 жизней, вопрос тут? Мне не надо. Создает птицу у друга после получения удара. 9 жизней, оно мне не нужно. Потому что даже если я проиграю в конце, я с одной жизнью не смогу убить того же... этого. Ультрагрида. Ну, зачем? Мне кажется, не нужно оно. А вот тут давайте смотреть. Что мы хотели? Мы хотели... Деньги нам нужны, да? Ух ты. Ты мне урон дашь? Нет, да? Ну, тоже нормально. Так, а насчет денег, ребята? Надо бы, чтобы деньга выпала. О, денежка. Значит, мы на эти деньги покупаем что? Гамбургер. Чтобы жизни больше было. Чтобы быть мощным. И курону, и враги сильнее. Хорошо. Но у нас денег нет на... У нас здесь бомба, нет ключей. Давайте зайдем вот сюда. Справедливость. Вот она, справедливость с ключом. Добрый день, справедливость. Так, теперь надо думать. Ключ можем потратить на то, чтобы взять батарейку. Или можем оставить ключ для того, чтобы зайти потом вот в такую комнату. Правильно, я думаю. Ключи нам нужны. Окей. Но мы бы могли сейчас сразу же перезарядиться. Так, давайте смотреть. Ух ты. Flaming Tears. Так, я еще и в темноте теперь буду видеть лучше. Да, довольно сильно получается. Шанс упадения... После удара дальность. Ну, дальность она нам не надо, а вот эту штуковину я возьму. Черное сердце. Окей. Здесь... Что у нас тут? Ерунда. Полнейшая. А вот это уже интереснее. Где-то тут сердце выпало. Хагалазович. Можно же заюзать. Так, это что-то про мошек. Ну, ладно. Начинаем сражаться. А, в смысле, что так? О! Где вы? Ух ты! Вот этот поворот! Вот этот поворот. Сейчас уже посложнее будет. Ну попробуйте такое вытерпеть. Тройной. Давай. У меня аж тормозить стало, кстати. У меня 60 FPS. У меня компьютер такое не прощает просто. Ой-ой-ой. Ух ты ж. Вот это... О! А! У! Больше метатонов. Ух! Вот это да. Пум-пум. Ну давай. Ой, я такого не помню, парни. Ой, тихо. А, он... Он вот такие штуки... А, это этот, это вообще противный парень. Да. Он может меня этими... попасть. Ой, да, вот это да. Ну-ка, давай. Броуни.
Я, кстати, могу сейчас сделку зафейлить. Тихо. Не надо так это. Воу! Так. Сделка у нас вроде не зафейлилась. Я даже мог еще одного. А, у нас еще контейнер есть, да? Ну-ка, что ты там дашь? Черные сердца. Благодарствую. Теперь магазин. Давай смотреть. Нет, давай так лучше сделаем. Понял. Тут ничего нет. А, я уже смотрел, ребят. Извините, я забыл. Ну, что поделать. Так. Ключ надо. Ключ надо. Это надо. Это про жизнь, крабик. Ключ. Еще один. Не, мне надо. Мне давайте что-нибудь прям. Прям ух, какое крутое. Рейндж-ап. Вот это прикольная штука. Булавка. Булавка мне черное сердце даст. Ну давай булавку возьмем. И бомба еще нужна, но мы не можем, да? Ну, давай так сделаем. И возьмем, посмотрим, что тут. Денежки, сердца. И один ключ остался. Ну, все, тогда пойдемте. Так, мы тут уже были, да? Жалко, конечно, мы не сможем сделать очень много метатонов, а когда мы будем сражаться с ультрагридом. Ну, это нереально. Только два можно сделать будет. Пока что это дело будет нам помогать очень сильно здесь. Делает тебя бессмертным Пэкменом. Ну, оно нам не нужно. Господи, больше жизней. Текс. Опа. Это я возьму потом. Ух ты. А вот это крутая штука. И один... Вот это вот. Вот это прям надо. Вот это прям надо. Только как его достать? Так, сначала мы... Давайте я одно возьму на всякий случай. Вот это уже интересно, да? Ну-ка. Ой. Вот я не зря взял. Видите, какая ерунда получилась. Ой-ой-ой. Больше. Ой. Что творят? Да. Господи. Тут еще и эти ужасы. Ужасы подземелья какие-то прям. О-о-о. Ну, открывай. За маму, за папу. За Айзека. Ух. Сейчас еще понабиваю, понабегаю. Помогите. Альфи знает толк в науке. Четвертый метатон. Я опять пропустил, чувствуется. Черные сердца есть. Поехали. О, господи! Уа! Да куда оно идет-то? А, все что ли, да? Ну давай, подеремся. Иди сюда. Иди сюда. Во имя науки! У-у-у. Еще один Локи. Ну, Локи-то просто я его сейчас расстреляю.
Их тут двое даже. А, тут еще половинчатый есть. Больше боссов не будет, как я понял. Ну-ка. Вот это жесть. Батареечку надо будет взять. Еще один остался. А ну иди сюда, ты. Так, я, наверное, не пойду в эту. А, еще сейчас будет. Кто ты? Где ты? А. Ну давай. Давай. Жесть, ребят, спасибо, что вы мне такую прикольную штуку подсказали. Это реально жесть. Ой. Я застрял. Он один остался. А, нет. Ух ты. Как летает, ты смотри. Так. Чё тут у нас? Опа. Вот это прикольное. Появление, шанс появления дьявола. Летает вокруг игрока. Но оно нам не надо. Так, мы хотели купить очень-очень крутую штуковину. Так, а это, по-моему, бомбы поджигаются, да? Вот такую. Вот это. Ключ, бомба. А бомбы-то нет. А, надо бы было бы взорвать вот эти вот. Но они, мне кажется, не будут взрываться, видите? То есть не работают так слезы. Тут можно было бы сердца достать синие. Ну, увы. Так, вот это вроде... О! Опа! Это крутая штука. Тирзап. Но у меня и так максимально... Ключ. Ключ. Ключ, 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 ключ. Ну и все, наверное. Так, туда я не пойду. Опа. А я тут, а я тут, а я здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. А вы мне дадите за них заряд? Нет, не дадим. Хорошо, точнее, плохо. Поехали. 6,79 урон. Ну, это довольно-таки неплохо. Шанс стать бессмертным на 30 секунд после получения урона. Это да, это давай. Но у меня и так, я так понимаю, максимальный этот плач. Ой, сердца синие. Вот этот поворот. И митра. Надо получать как-то. Как-то надо заполучить эту метру. Ой, а че я маленький такой? Чё-то вас много, ребят, нет? О! Воу! Ух ты! Воу! Матрица началась, у ворота. Ёлки-палки, откуда столько у вас? Ой, я забываю, забываю, ребят, забываю, извините. Воу! Забываю. А, ну к тому же это еще фигня работает. Давай, работай, работаем. А, некуда деваться.
Жесть. Альфис монстр просто. Больше метатонов. А, ну да. Ой, еще? Ты тут еще? Митра моя, ребята, Митра моя. Ту-ту-ту. Крампус. Ох ты, смотри, что. Не успел. Ух-ха-ха-ха-ха. Так, дьявол, ну окей. Этот нож мы знаем. Так, если твое ХП или урону к скорости. А я это брать не буду, потому что... Ну, это про Гаппи, кстати. Я бы мог в Гаппи превратиться, если бы взял... Ну, было бы две вещи. Шар мне не нужен, нож, летающий вокруг меня, мне не нужен. А если твое ХП... Ну, у меня красные сердца одни, то есть у меня, в принципе, такого не будет. Не будет у меня такого. Иди сюда. Так. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Ключа не хватает. Вот с ключом я, конечно... И бомб нет. Вот они, бомбы. Я понял. Спасибо большое. А, ну хотя, смотрите, у меня митра-то это работает. Работает. Чё это? Таблетка. Ха. Ерунда какая-то выпала. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну, видимо, все. Опа. Я думаю, тут уже... Ну, и так неплохо мне навываливалось всего. Хорош. Но еще, смотрите. Уровень шоп. А, здесь нет сокровищницы, да? Ну, так а какая тогда разница, да, спрашивается? А здесь что? О, здесь прикольные штуки. К урону, к скорости, да, смотри. Ух, ну давай. Поехали. Ой. А метатоны ведь еще мешают. Воу, тихо. Неудобные вы парни. А, это супергриды, что ли? Реально? Как-то это... Ух ты! Руки, фу! А как меня не ужалило-то? Воу! А, тут еще призраки! Я их не заметил. Жесть! Что такое? Это что вообще? Ой. Это что? Шанс бессмертия. Что происходит? Что это? Боже мой! Жесть! Просто жесть! Ой. Я, видимо, зафейлю дьявола, да? Или не зафейлю? А, больше. Я не вижу никого тут просто. Ой-ой-ой! Не фейлит, смотри-ка.
Потому что, видимо, у меня этот... А почему, кстати? У меня вроде Godhead'а нет. Господи. Какой ужас. Так, и что там? Алгис Резистанс. Галас Дистрак. Резистанс. Вот это нормальные у меня щиты сейчас будут. Ух, да. Так, поехали. Курону, давай. Сердце. Ой. Ой-ой. Я превратился в какое-то... Ужасного какого-то парня. Не, ну ключ по скидке-то надо, конечно, взять один. Я бы даже еще один взял. Я просто не помню, что там нас ждет. Бомбы нет, вот это жалко. Я реально не помню, нужны ли там ключи. Потому что я давно не заходил в этот уровень. Не, ну, я надеюсь, я выиграю. А, вот, смотрите-ка, мне дали еще что. Какую штуку. Вкусную, да? Ух. Поехали. Еще Алгис. А, нет, тут не нужен. Ну, минус одна жизнь, как бы, какая разница. Так, едем. Что тут? А, монстр прилетел. Здрасте. А я уже сильный стал. А как у вас дела? О, давай. Ну давай, сразимся, друг. Давай. Ой. Больно тебе, да? А, это эти чуваки, я понял. Сейчас подкрывается там все. Тихо. Давай, работай. Чё там? Бомбы? Опять ключи. Что ж такое? Никаких комнат, ребят. Не, это одна. Смотрите, одна врубилась. А, это просто обычные. Куда ты пошел? А, это сердечки, они его лечить будут. Ох ты, смотри, какой. Ну, что-то у меня эти не появляются. Жестко. Пол жизни уже, смотрите. О, батарея. Он уже красненький. А? Ключи. Чем больше тут будет всякой нечисти, тем больше шанс того, что я получу батареи. Ой, они, смотрите, все, да? Кстати, может быть, батарея валяется, да я не вижу. Да. А, и то, и другое. Да ладно, я не знал, что он так может. Жесть творится какая-то, реально. Жесть просто. Сердечки, не поможет тебе это, дружище. Не поможет. Реально не поможет. Ну и то, смотрите, как я долго его бью, да, с таким-то уроном. 9 умножить на 4, получается, с максимальной этой скоростью. Одна монета в грид мод. Box of Friends. Ой, такого я еще не открывал. Есть еще монетки тут. И, кстати, этот автомат может заклинить, что самое интересное. Это обидно.
Ну что ж, друзья, все, как бы реально имба, дикая, причем дичайшая. Открыто достижение Box of Friends. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы мне даете такие крутые советы. Вы меня реально очень радуете. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!